Вы подошли под описание, мы вынуждены вас задержать, Наталья. Я не знаю, что происходит. Всем привет! Вы на канале «Вджобыватели». И сегодня мы будем секретными агентами по доставке счастья. Как конкретно это будет происходить, вы увидите прямо сейчас. Прием, прием, как слышно? Начинаем пранк. Начинаем пранк. Вас понял, поехали. Коршун, коршун, прием. Девушки, здравствуйте, извините, одну минутку вашего внимания, можно? Здравствуйте, извините, можно один вопрос? Только один, и все. Спасибо. Здравствуйте, извините, пожалуйста, можно буквально один вопрос? Мы проводим социальное исследование по поводу того, где люди чаще проводят свое свободное время. Вконтакте или в Инстаграме? Наверное, в Инстаграме сейчас уже. Так, Инстаграм. А зовут вас как? Настя. Екатерина. Екатерина. Хорошо, спасибо большое. Коршун, прием, объект найден. Вас понял, начинаю вести. Пятый, как слышно, не вижу нигде объект. Повторите описание. Объект: синие джинсы, зеленая куртка, бежевая сумочка. Есть один объект, похожий по описанию. Опишите еще раз. Так, бежевое пальто, синие джинсы. Прошу прощения. Как вас зовут? Екатерина? Вас зовут Екатерина? Да. Ага. Да, это она. Задержать любой ценой. Я вынужден вас задержать, Настя. Вы, мне кажется... На каком основании? Я думаю, вы понимаете, что происходит и по какой причине я вас задерживаю. И у меня кое-что есть для вас, Настя. Это вам от вашего тайного воздыхателя. Это вам от тайного воздыхателя, Екатерина. Вы наверняка прекрасно знаете, о ком речь. Нет, я точно не мог ошибиться. Передайте ей, что она шикарно выглядит. Вы шикарно выглядите, Екатерина. Всего доброго. Вы можете быть свободны. Доставка осуществлена. Прием. Я тебя слышу. Но прибавки к зарплате не жди. Принято. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, можно буквально один вопрос? Зовут вас как? Имя можно еще ваше узнать? Наталья. Прием. Девушка Арина. На тусик дожидается розочки. Тумка через плечо. Синие джинсы. Вижу ее. Минуточку. Прошу прощения. Задержать любой ценой. Вы подходите под описание, девушка. Задержать любой ценой. Стоп, стоп, остановитесь, пожалуйста. Вас зовут Наталья? Да. Да, ее зовут Наталья, это она. Тихо. Повторите. Оперативная группа уже выезжает. Задержать объект. Вы подошли под описание, мы вынуждены вас задержать, Наталья. Вы, наверное, все сами прекрасно понимаете. Работаете под прикрытием не первый год. Все верно? Как вас зовут? Арина. Арина. Внимание. Можно все верно. Арина, я вынужден вас задержать. Мы сейчас ищем опасную преступницу. Вы полностью подошли под описание. Я никак не могу быть опасной преступницей, я учусь в колледже. По каким прикрытиям? Так, Наталья. Одну минуточку. Сейчас приедет оперативная группа. У меня для вас кое-что есть. Все понятно, Арина. Это вам от вашего тайного воздыхателя. Вы понимаете, о ком я? Это вам. Спасибо. Да, вы очень шикарно выглядите и излучаете радость и позитив. В общем, спасибо. Да, хорошего вам настроения, приятного дня. Спасибо. Да, все, Наталья. Всего доброго. Всего доброго и вам. Коршун, прием, как слышно? Доставка осуществлена. Как объект? Объект счастлив. Не, ну действительно же, тут главный прикол в чем? В том, чтобы девчонки почувствовали внимание к себе. Здравствуйте, извините, пожалуйста, меня зовут Валентин, мы проводим опрос. Зовут вас? Ольга. Мария. Жанна? Я прикреплен к объекту. Дальнейшие инструкции. Пока просто наблюдайте. Задержите ее. Проверьте. Проверьте ее. Прием. Вся в черном, долбы, защитные очки, светлые волосы. Прием. Я вижу ее. Сейчас проверю. Добрый день. Это она. Я ее задерживаю. Я вынужден вас задержать. Задерживайте. Одну минуточку. Не сработал. Внимание.
вступает в действие. Меня зовут Борис. Вы, наверное, понимаете, да, почему я к вам подошел? Боже мой, вы прям похожи на человека в черном. Я вас боюсь. Мария. Да, да, это она, я вижу. Вы полностью подходите под описание, мы сейчас задерживаем преступника. Если чувствуете в себе силы, можете производить задержание самостоятельно. Да, все под контролем. Ольга. Вы Ольга? Я. Это Ольга. Дальнейшие инструкции. Представляете объект. Ольга, это вам от тайного воздыхателя. Это все? Да. Это вам. От вашего тайного поклонника. Валентина, который проводил опрос. Это от вашего тайного поклонника. Доставка для вас, Мария. Вы очень приятно выглядите. Спасибо. И для вас также передавали пожелания хорошего настроения и прекрасного денечка. Хорошего вам дня. Спасибо. Оплата наличными или по карте будет? Есть какой-то подвох или нет? Никакого подвоха. Оплата 150 рублей наличными только, пожалуйста. У меня нет оплаты. У нее нет оплаты и кошелька. Проверите карманы. Проверьте карманы. А можно ваши карманчики, пожалуйста? Нет, серьезно. Серьезно? Можно на карту. Действительно ничего нет. Я понял, но хорошо, я вычислю из твоей зарплаты. Принято. Все, доставка осуществлена. Внимание, сейчас принимаю оплату и заканчиваем. Всего доброго. Да, хорошего вам денечка. Это вам. Это вам. Это вам от вашего тайного воздыхателя и от всего сердца. Я не знаю, что происходит. Прием, прием, останови ее. Ольга, еще какие-то инструкции? Я ее остановил, слушаю вас. Берите розу обратно. Благодарю. Жестоко. А, это вам, Мария. В любом случае, все пожелания остаются в силе. Доставку мы, пожалуй, возьмем на себя. Открываемся, подарите ей розу обратно и скажите, что это розыгрыш. Принято. Я бегу за ней. Не дайте уйти. Ольга, прошу прощения, это розыгрыш. Розочка действительно остается вам. Всего доброго. Че, ты не смог развести ее на бабки? Нет, не смог, но реагировала она очень классно. Да? Да. Ну здорово же. Главное, что мы настроением подняли. Еп. Прием, Коршун, как слышно? Выпуск окончен, прием. Принял, Ястреб, выпуск окончен. Окей. В общем, друзья, на этом наш выпуск подходит к концу, и я надеюсь, что мы со специальным агентом Борисом все-таки смогли поднять ваше настроение. Если это так, то обязательно влупите лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о следующих крутых выпусках, которые мы будем делать вместе с Борей. Между прочим, на его канале тоже вышло кое-что новенькое, поэтому прямо сейчас просто переходите по ссылке в описании на его канал и смотрите, что вытворяет этот парень. Скажешь что-нибудь? Жаришка, ребят. Это максимально сжатая информация, чтобы вы поняли, что происходит на его канале. Короче, переходите, там все круто. И ждите новых коллабов вместе с Борис Пранкс. Пока.